Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожжа, с вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть в незадыхаечку Oxygen Not Included. На ваших экранах у нас все очень плохо, потому что у нас, я не устану это повторять, нету гейзера с водой. Вот тупо нету, я уж не знаю, где его искать. Что это было? Показалось. Вот, но зато у нас люди задыхаются, но зато у нас есть хлор, который уничтожает все наши микробы. Кстати, насчет них, по идее, уже прошло 10 циклов, приблизительно 10 циклов, и наши дубликаты так и не потеряли иммунитет, да, так иммунитет не потеряли, но они являются небольшим разносчиком вот этих вот микробов. Я думаю, он, наверное, не распространяется по одной маленькой причине. Они все время взаимодействуют с хлором, и просто-напросто хлор, ну, по крайней мере, снаружи уничтожает все, что связано с этим. Ребят, вот давайте, мне уголек добавьте. Ну вот, хоть один пошел. Оксана, молодец, вообще красава, Оксана, молодец. Пошла, сделала, вот что называется, вот, да? Пошла и сделала. Так, водичку они мне сносят, это хорошо, вот сюда, это молодцы. И мы все еще пытаемся теорию насчет льда провернуть, да, то есть идет у нас обогреватель, он греет лед, который вот у нас лежит, и температура возле льда у нас 23 градуса с половиной, а температура льда минус 23, и он не особо тает. Хотя должен, хотя мне кажется, должен был бы уже и потаять потихонечку, да. Вот, предлагаю вам убрать вот эти бутылки. И почему вы не хотите их убрать, я не знаю. Хотя там бутылки очень давно уже лежат. А мало еды? Да нет, делают вам еду. Не надо мне тут нагонять. У вас было и меньше еды. Так что не надо мне тут. Вот. Тем временем, так как кульки это замечательно, тем временем мы... Опа, это что? Это вакуум, блин. Это вакуум. Ну тут микробы. Вот тут микробы. А давайте назначим тут девятка. У нас есть желающие, кто хочет пойти и сделать это все? Что, Слава, что? Иди возле навоза подыши, это ж так офигенно возле навоза стоять дышать. Может, еще один компост им поставить? И вообще здесь где-то поставить компост, да? Вообще уничтожается. Я даже не знаю. Давайте здесь поставим еще один компост. Вот тут. Два компоста. У нас от этого пойдет, конечно, природный газ, потому что все-таки пукельный газ. Пукельный газ это нехорошо. Да? Но они мне это сделают. Так, жарятся булочки. По крайней мере, ну не булочки, точнее, а из мукоедов, из вот этих штук жарятся вот такие маринованные блюда. Ну, короче, представим, что это мукоеды, это черви, вот, а это маринованные, ну, не, гусеницы, вот, да, маринованные гусеницы. Уля-ля. Вкус дедушкиного огорода, гусеницы из грядки. Что у нас по микробам, пока вы не убежали? Ноль. Вот они как-то, мне кажется, друг друга подзаражают местами. У этого вообще два как было у Жеки, так и осталось. Ему вообще пофиг, кажется, да? Чё там, кто там, с кем там? Вообще, я все время болеть. Да. Так, мне когда-нибудь туда дороются, нет? Чё там строят? О, пошло. Чё с микробами? Вот, благо, что они ручки-то моют все время. Вот это вот вообще очень хорошо, что они ручки-то моют. Лед, пожалуйста, тай. А он не говорит, а он говорит, не хочу, не буду, да? Это обида. Благо, что у нас железа много достаточно. Но у нас очень много железа съел вот этот норник, потому что мы здесь накопали и забыли про него. А он такой, железо, и начал жрать это железо. И просто сожрал все. Да? Так, приоритет девяточку на эти штуки, чтобы они туда сносили говнецо. Чтобы оно тут не оставалось. И это очень важно, кстати. Потому что у нас вылупится снова этот хрен с горы зеленый. Вот это нам не нужно. Сейчас обязательно, чтобы они это все убрали, ребят.
Очень надо, уберите, пожалуйста. Кек, он взял какашку, пошел помыл руки, но с какашкой пошел. Вот это... Такой, а вообще он в микробах? Не, он даже без микробов, нифига себе. Не, ну это просто забавно. Это реально достаточно забавно выглядело. Так, акульки. Зато удобрения есть для этих ферм. И им что-то не хватает, им только атмосферное давление. В смысле, а что тут очень плохо? Где оно у нас там? Мало, типа, вам атмосферного давления или что? Непонятно. Серьезно, непонятно. Так, снова этот кончился. Доставочку мне, пожалуйста, оформите. Уголька надо бы. Так, что, не все еще, да, отнесли? Еще, ребят, надо отнести. Надо все какашулечки-то отнести. Какушники. Чтобы, да. Загрязненная земля. И мы вот эту штуку еще до сих пор не изучили, да? Да. Так, нормально. Кого-нибудь сюда сейчас поставим. Там Слава вроде у нас по науке немножечко так разбирается, да? Так, ну не все еще отнесли, но вот же лежит. Загрязненная земля. Или они не относят загрязненную землю? Хотя это может имеется в виду, загрязненная земля, это типа какашки имеется в виду, да? Наверное. Я не знаю. Но забавно было бы, если бы такая, знаешь, типа избегание данных словечек просто. Это не какашки, это загрязненная земля. Так, уголек у нас добывается. Спадки они пошли. Машки, 0 микробов. Ну ладно. Я, честно говоря, прям уже начал немножечко паниковать. Думал, все, заразились. Ща начнется. Сейчас дохнуть будут подички просто. Нет, смотри. Нет. Это очень хорошо. Это очень-очень-очень хорошо. Что мы все еще живем. Так. Ребят, ну я же вроде, я не понимаю, то есть опять с приоритетами играться, что ли? Они постоянно забивают тупо на эту хрень. Вот серьезно, они постоянно на нее тупо забивают. Так. Что мне еще? Одну на восьмерку поставим. И вот это пока что на восьмерку поставим. Идите, донесите мне уже, пожалуйста, угля. Ну, они, я серьезно, они не понимают иногда, что это вот просто переочередно важно. Это всего лишь одно действие. Пойти, взял, принес, поставил. Все. Нет, они этого не могут понять. Тупые местами. Ну, вот, они умнее все еще, чем гномы в Crazy World. Но все, и местами они достаточно тупые для все-таки интеллекта такого игрушечного, да? Это огорчает. Это реально огорчает. Что, тут все пожарили, да? Готовьте. Быстро они еду съедают. Очень просто быстро. Нереально быстро. Может, стоит даже не готовить эти мукоеды. Потому что если не готовить мукоеды, еды больше становится. Так, Маша. Маша, готовка. Так, готовку отключим. Доставка. Маша, готовка. Ноль еды. Маш, ноль. Ты понимаешь? Маша. Маша, ты где? Где там Маша? Маша в параше. Маш, ну вот серьезно. Какого фига? Сейчас опять электричество отключится. Так. Хавка, так это пока отключаем. Так, Маш, возвращайся. Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, будь, по-моему, вели. Куда ты пошла? Маш, готовка. Ладно, пусть доставит уже. Да, господи, она даже доставить-то не может, Маш.
Не надо доставка, просто готовка. Все. Ты только будешь стоять и готовить. Это идеально. Куда ты пошла? Маш, куда ты пошла? А, то есть если даже ей не включить доставку, она все равно сделает это, да? Ну, это очень классно. Это очень-очень классно на самом-то деле. И 700 еды есть. Но это сейчас они мукоеды начнут так просто жрать, которые просто так... Ну, пусть ладно. Я думаю, не особо что у нас прям стрясется по этому поводу, да? Где там Маша? Что ты там делаешь, Маша? Давай домой. Что у нас с хлором? Есть немножечко. Давайте откроем. Давай, Жека. Или кто? Скиф? Скиф, открывай. Хорошо. Теперь можете закрыть. Сейчас пройдет сюда. Углекислый газ. Они все еще мне не забирают вот эти какашки. Видать, места не хватает под эти какашки. Срут они слишком много, говорю. Господи. Ну вот серьезно. Это не серьезно. Это правда не серьезно. О, выучили наконец-то двери. Ё-моё. Миллион лет спустя. Они выучили двери. Мать моя женщина. Разрушить. И разрушить. И разрушить. Вот. Так, а по исследованию? По исследованию давай-ка мы... Тут у нас, кстати, есть водоохладитель, точнее. Водоохладитель. Ну, вот эту штуку дезинфицирующую. Может, она нам поможет, да? Может, реально она нам поможет. Может, от микробов чуть-чуть спасет. И тогда снесем вот это и вот это. Что-то жрет. Что-то поедает. Давайте, ломайте. В смысле? А, он с мукоедом его хотя бы сломал, да? Я думал, он без мукоеда его сломал. Думаю, что вообще сделал парень? Что, у нас тут все очень-очень плохо, да? Все очень-очень плохо. Как и предполагалось. Я ничего по кислороду пока предпринимать не буду. Пока у меня не будет нормального гейзера с водой. У меня ее, походу, никогда не будет. Что, тут видно что-нибудь? Ни хрена. Хотя тут чуть больше стало видно. Но тут все еще ни хрена не видно, по сути. Так, я не понял, это... А это мы видели? А, это мы видели, да, это мы видели. Что тут по микробам? О, не, я сюда прыгать точно не хочу. Точно не буду сюда рыться, нафиг надо. Тут микробов что-то до хрена. Так, так, электричество... А что такое? А в смысле электричества нет, если... Что происходит? Что происходит? В смысле электричества нет, если вот оно проходит? Понятно. Я не то снес. Так, отменить разборку. Нет, не отменять. Ребят, постройте, пожалуйста. Давай, Маш, тебе и строительством. Придется это электричество проводить как-нибудь по-другому. Так, отмена провода. И электричество мы проведем, допустим, вот так. Ну, чтобы они не поглощали электричество. Это хитрый план. Очень хитрый, вы не парьтесь, ребят. Так, снести провода вот тут. А, тут на девятку? На девятку, нормально. Так, давайте, стройте, ломайте, крушите мне, все.
Ну что, есть желающие, ребят? Ну кто-нибудь, пожалуйста. Во, пошли двери строить. Эти хотя бы быстрее будут ломаться. Так, девятка, приоритет. Так, электричество сюда подключать не надо. Медная руда. Мне медной руды хватит? Да, должно хватить, мне кажется. Мало еды. Блин, электричество быстренько мне постройте, ребят. У меня еды нету. Ну, сейчас, по крайней мере, они на мукоедах, а там еду быстренько надо это все сделать. Ребят, нету электричества. Очень надо. Что там по руде? Во-во, пошло. Металл. Давай. Так, хорошо. Ночка. Съели все. Окей. Маша, готовка обязательно. Пойдешь сейчас. Строительство и готовку. Сразу на готовку утром пойдешь. Потому что вы так сдохнете. Если что. И это будет не очень круто. По такой тупости сдохнуть. Хотя бы мукоедами они питаются. Причем вроде у нас и нету такой фигни, что мукоеды могут резко сейчас закончиться. Семена они постоянно дают, да? Вроде бы как. Маша, где Маша? Маша! Готовить. Молодец. Так, дверь. Строительство. Девятка. Вот здесь. И вот здесь. Так, снести вот здесь. Все снести вот здесь, вот так. Так, а тут электричества нету. Девяточка. Чин. Так, разобрать. Сейчас будем выставлять двери. Так, металл кончился, да? Металл, говорите, у нас кончился. Так, добывайте. Я же не против. Больше металла, лучше же, ну. Так, и провода вот так вот проведем. Ой, не так. Вот так. На девятку надо было. Так, двери на девятку тоже поставим для всякого случая, чтобы, если что. По крайней мере, эти двери будут быстрее. Так, это разобрать. Как ульки. А что не хватает? Земли опять не хватает. Что ж такое? Что у нас такая проблема с землицой-то? Так, а здесь провод. Провод. Вот так. Нормально. Все. Так, снести вот эту штуку на девяточку. И вот эту. И они мне потихонечку изучат сейчас дезодорант вот этот. Да? Освежитель воздуха. Может, это поможет нам против каких-либо там микробов или что-то в этом роде. Я, если честно, в душе не чаю. А лед все еще не тает. Господи, что за дичь с этим льдом? Он вообще не тает. А вода у нас заканчивается. Да? И жили бы мы долго и счастливо, если бы не одно но. Жопа. Вот какое но. Так, девятка. Сейчас мне эту дверку сломают. Я новую поставлю на девяточку, да? Почти сломали. Почти. Ты был близок. Девяточка вот сюда.
Блин, а я хочу чисто попробовать. Мне это советовали сделать, теперь я хочу просто чисто попробовать. 3 двери поставим. Вот просто 3 двери поставим. Они будут постепенно так открываться, еще к чему это может привести, да? И давайте освежители воздуха поставим, может они как-то нам помогут. Соответственно, сюда. Давай сюда еще один поставим. Так, на 9. Но у нас нет воды. И вы думаете, меня это не беспокоит? Меня это дико беспокоит. Но ничего с этим поделать пока что не могу. Так. Чё изучим? Вот этот. Нам мне кислород нужен. Газопровод. Это не то. Это неинтересно. Это тоже неинтересно. Текстиль мне сейчас не нужен. Вот эта обеззараживающая штука. Она очищает руду с помощью хлора. Вот. Не требует абсолютно электричества. Очень веселая вещь, но нет. Мне она точно сейчас не поможет. Давайте вот эти штуки изучим, но просто потому, что мы можем. Да? Так, Маш, а что такое? Что у тебя закончилось? Опять земля? Да вы издеваетесь. Вы жрете, что ли, эту землю? Ну, вообще-то... Смешно, потому что они действительно жрут эту землю. Кек. Фишка в том, что они действительно жрут же эту землю. Они делают с нее микробы. Ну, эти булки. Говнобулки. Ой, блин, а здесь дверь сейчас сломается. Маш, давай ты будешь строить и копать. Понеслась. Давай, строй и копай. Вот, и земельца у тебя сейчас появится. Я как бы не просил тебя доставлять, я говорил строить и копать, но да ладно, хочешь, пожалуйста, мне не жалко. Что такое? Голодает. 0 еды, я в курсе. Ребят, вот это мне надо, мне земля нужна, ребят. Что происходит? Почему они не хотят идти? Вот, Маш, еда. Так, Маша. Еда. Готовить. Потому что вы так с голоду сдохнете. Так, и след. Электричество, вы издеваетесь. Опять приоритеты убирает. Ну, ё-моё. У меня точно так сейчас кто-нибудь сдохнет. С такими темпами. Уголька, пожалуйста. Мне очень нужен уголь. Мне очень сейчас нужен уголь, ребят. Во, спасибо. Маш, готовь. Фух. Подожди. Главное, чтобы не сдох никто. Готовь. Да что такое? Кто очень голоден? Хавайте, ребят. Пока у нас есть. Мечтаешь о еде, Жека, да? Ну, мечтай дальше. Не видеть тебе ее никогда. Еще и наукой занимаемся, да? Типа. Так. Маша водицы набрала. Ну, что я могу сказать? Все очень плохо. И, скорее всего, из серии на серию у нас кто-нибудь да умрет. Что-то мне вот прям очень кажется, что это так и будет. А что у нас тут? Они хоть... Они вообще не рылись здесь. Вообще. Ну, то есть, сколько времени я им не назначал, тут ничего. Они такие, нахер. Нахер мне это дерьмо. Тут вот это дерьмо постоянно тут валяется. Они делать ничего не хотят тут. Что тут с микробами? С микробами у них тут вообще ничего не изменяется абсолютно. Что-то как-то вообще не круто. На этом сегодня закончим, да? Наша колония прям, знаете, вот просто борется, мать твою, за жизнь. Просто борется нереально. Хочет выжить, но что-то никак не получается у нее это сделать. Потому что везде нас ждут какие-то передряги, опасности. Жопа, короче. Везде жопа, да? Да, я тоже так думаю. И пока мы не найдем генератор, что очень, я сомневаюсь, когда-то произойдет. Вот. Что такое? Вот. Ничего не изменится. Вот абсолютно ничего. Ну, а на этом, наверное, сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вдруг впервые здесь, да. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в группу в Стиме. Маша, где ты? Маша пошла чистить туалет. А руки почистить, Маш? Маш, ну ты чё, ну руки помыть, ты туалет только что чистила. Фи такой быть, Маш. Ладно, на этом сегодня закончим.
Огромнейшее всем спасибо. Всем удачи. До скорого. И пока.